Об этой новости сообщили сегодня рано утром по Первому каналу. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал и не пропускайте свежие новости. Всем известный российский актер Олег Чернов, который известен нам как батя из сериала «Морские дьяволы», сегодня рано утром в Подмосковье, в 40 километрах от Москвы, пострадал на съемках. На данный момент он в тяжелом состоянии находится в 39-й городской больнице. Мы сразу же поехали выяснять, что же с ним произошло и как произошла эта трагедия. Оказалось, трос, на котором должен был висеть актер, оборвался, и Олег Чернов сорвался в обрыв. На данный момент этим вопросом занимаются сотрудники полиции, ищут виновного в этой трагедии. Сам режиссер со съемочной площадки еще пока никак не прокомментировал эту трагедию. Очень хочется надеяться на то, что с Олегом Черновым, друзья, все будет хорошо. Ведь для многих из нас не секрет, что он является целой легендой российского кино. Следите за нашими новостями, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. Только так вы не пропустите свежие новости. Берегите себя, друзья, своих родных и близких.